Доброго времени суток. 4 октября 2018 года мобильный оператор Билайн изменит условия на тарифе 0 сомнений. Нас ожидают новые расценки для звонков на номера домашнего региона. На текущий момент вызовы на номера любых операторов стоят 2 рубля за минуту. С 4 октября 2018 года звонки на номера Билайн будут стоить 1 рубль 80 копеек за минуту. На номера других операторов 2,5 рубля за минуту. Остальные параметры останутся без изменений. Хорошо это или плохо? Если вы являетесь пользователем данного тарифа, то вам виднее. Все зависит от того, на какие номера вы звоните. Если подавляющее количество минут вы проговариваете, звоня на номера Билайн, то изменения положительные. Если же вы звоните на номера разных операторов, то повышение стоимости на 25% вам вряд ли понравится. А лично мне не нравится новая мода. Изменение условий на действующих тарифах. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.